Сегодня последнего заседания, где мы приняли комплекс мер поддержки семей погибших военнослужащих, от группы депутатов составлено следующее обращение президенту Российской Федерации. Здесь 7 предложений. Уважаемый президент Российской Федерации, обращаюсь к вам. Леонид Юрьевич. Группа депутатов Законодательного собрания. Леонид Юрьевич, вы меня слышите? Несколько дней назад на очередном заседании Законодательного собрания мы приняли комплекс мер поддержки семей военнослужащих погибших, получивших ранения в ходе военной операции. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти 3 месяца, прошедшие с начала... Леонид Юрьевич, раз мы обсуждаем повестку дня. Что военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военных случаев. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации. Юрьевич, я вам делаю предупреждение. Мы требуем прекратить... Вы вышли из повестки, из регламента. Соответственно... Леонид Юрьевич, нарушаете регламент, выступаете без разрешения председателя. Депутаты Васюкевич, Кочубова, Сустав, Шульга. Говорите, а вы должны его слушать. Это раз. Во-вторых, Олег Николаевич, например, не депутат законодательного собрания, но у него в повестке почему-то 1.5 часа. Я не против, выступайте, мы вас с удовольствием послушаем. Но депутат Васильевич тоже имеет право выступить. Значит, регламент, да? И есть регламент законодательного собрания. 2 минуты ничего не изменит. Можно продолжать.